интересно. Дальше. Короче говоря, все нам делают. Это Урицкого 3. Улица называется. Тоже очень интересно. Банки, передняя крова, делать еще где у меня. Ну, короче, там делать очень реально. Да, понятное дело. Суит. О, и мы зашли с вами в лофт. Тра-та-та, тру-ту-ту. Зашли сюда в лофт. Тут еще фирменный центр. Ребята, вот там фирменный центр. Да. Да. Конечно. Надо спиться. Банкетный зал. Какой красивый. У меня статистика 14. И 16. Вы видите? Красиво сделали. А раньше все вообще новое сделали. Переделали все. Тут я работал. Штукатурил его. У меня все такое вот, смотри, красивое здание. Старое, престарое. Вон оно, видите. Да, квартиры там красивые, кстати. Вон оно, видите. Шикарно. Да. Вон он, чайный домик. Ремонт тут этого здания. Видите, как такой. Просто супер блеск. Да. Блеск. Я как помню, мы раньше делали. Ой, как вспоминаю, так сейчас я уже не смогу на стройку работать. Просто не смогу. Просто не смогу. Вот хоть что хотите, говорите, но не знаю. Все. У вас зажигалки не будет. У вас... Я чё, блин, курющий, что ли? Видеотека. Ой, винотека. Ребят, чайный чайхана тут есть ещё. Ой. Да, чайхана, чайхана. Чайхана, чайхана. Господи.
домик, понимаете, старенький, пристарненький. А где я тут у меня сегодня? Торты работают до 8 часов. Там тоже перекрыли. Все. На этом, наверное, вид закончил. Башня. Короче говоря, вот это старое здание. В нем банк был. Да. Смотрите. Старое здание. Кирпич очень старый. Но очень нормально. Да. Я там был. Дальше идем. Можно там идти? Да. Музей. Нет. Можно. Видишь? Вон здесь что? Музей. Советский Союз. Опс. Королева, мать. Это наша мэрия. Ой, не мэрия, а это облсовет, по-моему. Тра-та-та, тру-ту-ту. Тоже. О, самолет прилетел. Так, а сколько время? Вон 100-квартирный дом. Пыры-пыры. Тра-та-та. Чуть-чуть, еще только. Пойдем дальше. Та-та-та. Ну дальше я не пойду. В чем показывать? Вот тут-то родился я, да, в этой больнице. Да-да, именно. Поехали. И пойдем дальше. Вот видите, какое старое-старое здание. Плитка, правда, не старая. Драгоцен сбежки основа. Видите, вон она. Красиво. 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 А, вон там надо пойти туда, сейчас показать. Ой. Кафе Оливка. Оливка. Девочки, мальчики. Тра-та-та. Видишь, красота. Ну, на картинках, ой, на фотографиях он был, знаете, ребята, это... Очень такая красивая.
отдыхают. Видите? На конях ездили они, да? Да, девочки, мальчики, было красота. Красиво. Вон там надо еще сходить, туда, перейти дорожку. Бля, круто. Ой, нельзя, конечно, это говорить. О, церковь такая, видишь? Я в тот раз им показывал. И вот смотри, а там? Там вот. Самолет, самолет. Старый такой. Сейчас дорожку перейдем. И может быть мы зайдем. Тыры-пыры. Да. Да, девочки, мальчики. Там я был. Вам показывал. Уже. Пойдем, пойдем мы с тобою. Туда не пойду. Вот сюда пойду. Опс. Ой, так троллейбусы туда ходили. Ну, 25-й такой. Пыры-пыры. Да-да, круто-то. Это вот старый, старый, да. Успею, и не успею, успею, не успею, успею. Видите, кондитерская, пикулино. Какое здание красивое. Вон оно, видите, старый-старый квартал. Милан. Подкуп Милан. Вон он, красивый. Вон. Вспомнил. Я же тут еще снимал. Ну, еще надо снять. Да, девочки-мальчики, видите, какое красивое здание. Очень красиво. Очень красиво. Окна такие. Да. Да-да-да. Тут был. Каинская называется эта улица. Да. И тут вот деревянное должно быть здание. Да, вот оно. Видите, какой дом жилой. Куклина. ЕК Куклина. Ага. 910 года. Видите. Ничего себе. Такая санаторные путевки. Такие маленькие эти окошечки. А это бюджалы такой. Видите, какие красивые цветочки. Каинская, 15-13. Тут уже не пойду. Пухачев жил, Василий Михайлов. Ловить Пухачев. Пойдем дальше. Ой.
На-на-на. 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 О, видишь, тыры-пыры. Мы тут. О. Синар. О. Хочу показать вам вот эти здания. Ну, я в тот раз вам показывал. Да-да, октябрьком. Видите, вот такая. С крылечком. А это старое. Ой, не старое, новое. Сбер первый. О, двухэтажный. И голубь там, видишь. Смотри, такой вот. Вот так вот, смотрите, далеко. Никого. Все. Пойдем дальше. Там уже не пойду. О, я тут. Все по-старому. Там тоже кто-то фоткается. Кто-то фотографируется. Снимает. Ой. Елочки. Эти елочки. Сейчас мы туда пойдем. Песочками, конечно. Да? Красивое здание, конечно. Старенькое. Сделанное. Там фонтан. Ну, фонтан не работает. Оу-оу-оу. Та-та-та. Трудутун. Да-да-да. Да-да. Да. А что-то грибами так пахнет. Вы не знаете, почему-то грибами пахнет. Девочки, мальчики. А она такая говорит, не-не, я не знаю, я не в курсе, говорит. Говорит, я не в курсе дела. Да? Ты что?